Летние каникулы – это свободное время для детей. Это период совершенствования их мировоззрения, а также их физического развития. Общеизвестно, что в организации полезного досуга детей в летнее время большое значение имеют загородные лагеря. Радует, что помимо обычных лагерей, в нашем городе есть места для отдыха юных спортсменов. Одним из них является спортивно-оздоровительный лагерь «Досток». Сегодня в нем отдыхают 120 детей, приехавших на первый сезон. Спортивно-оздоровительный лагерь «Досток» областной спортивной академии был открыт в 2012 году. Ежегодно здесь отдыхают юные спортсмены, показавшие отличные результаты на соревнованиях различного уровня. Отметим, что «Досток» работает в течение 4 сезонов. В каждый сезон лагерь посещает 120 детей. Первый поток ребят уже заехал в лагерь. Кормим детей 6 раз в день. Все финансируется государством. За детей не надо платить. Здесь они отдыхают. Затем, согласно расписанию, с утра и до обеда, а также после обеда с 4 дня и до 7 вечера, у них спортивные тренировки. В основном бегают, играют подвижные игры. Футбол, волейбол, баскетбол. Кроме того, для укрепления их физической подготовки у нас есть различные спортивные снаряжения и оборудование. В числе отдыхающих юные спортсмены из разных городов нашей области, а также ребята из Урджарского, Кокпиктинского и Аксуатского районов. Режим дня аналогичен другим лагерям, но здесь ребята не только отдыхают, они занимаются спортом и физкультурой. Дети и подростки с удовольствием играют на свежем воздухе в течение всего дня, а после 8 часов вечера они участвуют в культурных мероприятиях. В лагерь езжу третий год, в лагерь все нравится, режим. С утра, как всегда, завтрак начинается, потом идет пробежка. После пробежки у нас идет обед, тихий час. Затем идет ужин. После ужина еще тренировка, потом дискотека и тихий час. Лагерь очень хороший. Каждый раз, когда нам тренер говорит про лагерь, мы все очень довольны. Я приезжаю сюда третий год подряд. Мне здесь очень интересно. Проводятся различные игры и конкурсы. Я в них активно участвую. В спортивно-оздоровительном лагере «Досток» работают 18 человек. Среди них тренеры, врачи и повара. Спорт – залог здоровья. Поэтому каждый тренер придает большое значение уровню подготовки каждого ребенка, отдыхающего здесь. Также они помогают с пользой провести свободное время. Я привез 15 детей, все они стали победителями областных и региональных первенств. Сам я здесь впервые, но здесь очень понравилось. Ребята тоже очень рады и показывают свою хорошую подготовку. За все лето здесь отдыхает 480 детей. Когда ребенок приезжает в лагерь, необходимо обязательно узнать его рост и вес. Перед отъездом эта процедура повторяется. По словам тренеров, работа лагеря направлена на улучшение детских спортивных навыков и их совершенствование. Самат Сикенов, Анастасия Резцова, Илья Сабитулы, телеканал «Семей».